феврале текущего года Россельхознадзор Дагестана на складе временного хранения «Виадук» обнаружил более 270 тонн зараженной растениеводческой продукции. Отметим, что ведомством за февраль текущего года проконтролирован ввоз более 35 тонн свежих овощей и фруктов. В зоне ответственности управления по месту доставки на СВХ «Виадук» поступила растениеводческая продукция из Азербайджана, Ирана и Турции. При этом в 17 товарных партиях растениеводческой продукции было обнаружено карантинные вредные объекты. Стоит подчеркнуть, что в ходе исследований было обнаружено по две партии томатов из Азербайджана и Ирана, одна из Турции и 12 товарных партий салата латука. Также дагестанский филиал ФГБУ в НИКР подтвердил факт выявления таких вредителей, как южноамериканская томатная моль и западноцветочный трипс. Ответственные за данные нарушения будут привлечены к административной ответственности. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».